Подожди, какой админ? Я его нечаянно сломал. Блин, тупой, понял, кто ты, блин, я эти ресурсы долго забирал. Я помогаю. Сержу говна не посоветуют. Группа Майнкрафт ВКонтакте, 820 тысяч подписчиков и крутые посты. Подпишись, не пожалеешь. Всем привет, с вами Сержу и... И Джейкобс, по традиции, здорово. Привет, друзья, вот он, Грифер. Смотрите, что он просто делает. На наших глазах он просто ставит алмазные блоки. И сейчас мы с ним свяжемся, потому что мы уже забились. Ну, смотрите, что он делает. Ну, как это вообще? IP находится в описании под видео. Заходите, играйте. Мы потом устроим раздачу. Возможно, вы заберете все вот это вот себе. Несколько людей их заберут, и будет здорово жить. Поэтому сейчас мы им позвоним. Он ждет нашего звонка. Но я не понимаю, ну как так можно строить столько алмазных блоков? Ну охренел вообще. Сейчас, ну, смотрите. Вот смотри. Сейчас я его добавлю, погоди. Сейчас я его подобавлю. Где он там? Алло. Здорово. Привет. Да я смотрю, охренеть, ты домик строишь просто, и прям мне с тобой поиграть захотелось. Да, знаешь, очень долго добываю. Год на сервере уже играю целый. Я, то есть, прикольно. Я еще, когда он только не открылся толком, я его тестил. Вот, еще с тестов на нем играю. Ну, заходи в домик. Давай. Ой. Я тут не поставил. Да мне не жалко. Ой, прости. Да не, ничего страшного. Ударил, с кем не бывает. В приват тебя вписать? Или не впишешь? Доверишь ли ты мне свой богатство? Вряд ли ты мне... Погоди, стой. А ты хочешь, чтобы у тебя алмазный сет появился на халяву? Даже не тратить алмазные блоки. Ты что, читер, что ли? Как ты мне это сделаешь? Да это не читы, это просто баг есть на этой версии. Ну, не на версии, а на этом сервере баг есть. Пойдем со мной. Тут вроде нет багов, хороший сервер. Рекомендую туда. Вот смотри, вот видишь эти вот 4 блока, они светятся. Вот. Хотя нету ничего, да? Хотя ты из-за них так столько много алмазов заработал? Да, это мой секрет. Смотри, встань посередине, вот постарайся посередине их встать. Ну и зачем? Ну это реально работает. Это магия. А что мне будет с этого? Ты поэтому... Эй. Ушок. Погоди. Ты это, лестницу скинь быстрее, не хочу погибать. Да нету у меня лестницы никакой, ты даун, что ли? Я просто сейчас твои вещи заберу. Как ты их заберешь? Они сейчас сгорят. Не сгорят. Еще один лох появился. Слушай, я тут недалеко от твоего дома появился, я просто тут септхом уже ставил. Ты че, офигел? Ты охренел, что ли, паскуда, отошел? А ты че, орешь сразу? Убрал ситхом из моего дома. Я, знаешь, поставил его до этого. Отошел! Погоди, верни рез, Мэй, ты же меня убил. Не буду я тебе ничего возвращать, ты дурак, что ли? Ты что, не понимаешь, что тебя загрифили? В смысле загрифили? То есть... Да вот так вот, олень! Да хорош убивать, погоди, давай решим вопрос. Я болею просто, неужто ты так меня... Да мне насрать то, что ты болеешь, хоть ты спидом болеешь. То есть тебе прям не жалко человека, который даже спидом болеет? Да мне вообще насрать на них всех, на инвалидов тоже насрать. Тебе на инвалидов насрать, да? Да, на всех. Погоди, не убивай, хорош, да верни рейс. Хватит не убивать. Мне насрать на то, что ты думаешь, я тебя буду ливать. Ты куда делся, паскуда? Вернись и сражайся. Как куда делся? Я же умер, на спавне появился, мне уже там хоум пропал. Хоум пропал? Ты что меня развести думаешь? Ты что, олень, я не настолько тупой, как ты думаешь? Ты в курсе правил этого серва вообще? Тут если тебя 20 раз убивают, хоум пропадает специально, чтобы не возродиться в этом доме. Так чё, оленина? Чё, оленина? Ну ты меня убил? Ты чё, куда моя тыква делась? Ты, олень, вернул тыкву? Дом! Ты что мутишь? Я на спавне. Хочешь спам пропиши, проверь. Чё я мучу? Да ладно. Вы что тут творите? Слушай, давай сейчас прибегу, все решим. Давай. Только мне надо, чтобы ты меня потом в приват прислал. Я не буду тебя никуда... блин! Хватит! А что хватит-то? Я домой к тебе бегу. Отсюда! Самые ценные ресурсы! Хватит. Хватит мне бить. Молчать же. Ой! Кто меня убил? Я говорю, видишь? Не мои, я поднимаю специально. Не надо
надо мои ресурсы уйти. Почему ты не бьешься? В смысле не бьюсь? Давай, они не тупые, что ли? Я, в смысле не бьюсь, вот ударь меня, только не убивай. Я тебе, смотри, стой, стой. Я тебе ресы отдаю, вот, вот я тебе ресы отдаю. Я подобрал, тебя кто-то убил, на, держи, держи. Вози. Я тебе ресы действительно даю, я тебя не трогаю. А ты че меня бьешь? Ой. Я на ресы, это не я тебя ударил, там чувак какой-то, вот топор. Что я на стаков можных блоков заберу? Там админ тебя бил. Кто меня убил? Ты, блин, зачем? Я не понимаю, что происходит. Ой. Слушай, у тебя тоже сейчас лагает? Нет. Тебе не лагает? Ты где? Стой, приди домой, сейчас там все будет. Где? Вот я уже... Админ, ты видел? Я на форум зашел, там админ пишет. Дауны, хватит мой дом ломать. А что произошло? Пожалуйста, у меня просто, знаешь, что-то какой баг на сервере бывает? Порой пропадают вообще дома, а потом восстанавливаются. У тебя нет такого сейчас? Лагает просто, вот как раз связано с этим. У тебя такого нет? Нету ничего. Мой дом! Вы что сделали? А меня еще не убили! Стой, стой! Я вот сейчас я на форуме нахожусь. Ладит меня убивать! Пожалуйста! Я на форуме сейчас нахожусь, там, говорит, глючит сервер. И все говорят, оставайтесь в своих домах, чтобы ничего не произошло. У меня дом исчез, как я могу... Стой, приди к дому, сейчас, главное не уходить от дома далеко, чтобы он не исчез, понимаешь, а ты уходишь. Он исчез полностью. Встань в дом, где ты раньше был, чтобы он восстановился. Что ты, зачем ты это делаешь, хватит, пожалуйста. А что я делаю? Слушай, а че он скинулся? Под шипение пропало, он ушел, что ли? Ну-ка. А? Ты слышал? Да, разговор скинулся. Он вообще, о чем он пропал вообще? У него что? Ну, обида. Я ему дом вообще-то восстановил, хотел еще над ним постебаться, он вообще еще... Может, не... Блин, походу, у него там мамка пришла, он начал это. Батя пришел, там, бутылкой водки по башке ударил. Прикинь, такой бы шедевр был. Орет, такая мамка за фоль. Да. Ну, мам, блядь. Было бы круто. Ну, выключай эту хуйню. Слушай, как думаешь, раздать мне этот дом подписчикам? Раздать подписчикам? Ну да, чтобы толпа прибежала, прям взяла здесь все. Только вещи вот эти вот заберу, а их здесь очень много. Да раздай, хуй. Побудь добрым хоть иногда. Да, поэтому, друзья мои, вот здесь регион, есть такой, называется мама. Нормально, ну да. Вот мама у него и пришла. Я сейчас этот регион стер, ну как всегда это бывает. Мы сами все видели, грифер очередной, этот дом... Слышали? Да, этот дом прям вот он видно гриферским, прям при нас что-то стоял. Я охерею, люди вообще просто... В общем, приходите, вот координаты. Вот они, 720. По Е1. И, ну вот вы, вон, по Х, по Y, по Z, вы все видите? Заткнись, Эрик Давидович, так. Все, приходите, берите. Все, берите. Забирайте этот дом, я не знаю. Ну, я этот все уберу, чтобы вам так жирно не было. И я оставлю вам пару ресурсов здесь крутых. В общем, приходите, забирайте все. IP находится в описании под видео. И у нас сейчас еще... На сервере у нас еще и проходит конкурс на VIP. Поэтому вы играете, и все у вас будет. Заходите все быстрее. Я вас жду, а мы с вами, с Джейкобсом, прощаемся. Прощаемся, спасибо, что смотрели. Все, да, пока, пацаны и девчата.